Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Все высказанные мнения будут учтены. Городской департамент образования провел расширенное родительское собрание по вопросу развития центра внешкольной работы «Поиск». Более 700 коек откроют в санаториях региона для долечивания больных коронавирусом. Как проходит лечение пациентов в санатории «Волга»? Покоряет горнолыжные склоны на одной ноге. Самарский паралимпиец стал кандидатом в мастера спорта. Все высказанные мнения будут учтены. Городской департамент образования провел расширенное родительское собрание по вопросу развития центра внешкольной работы «Поиск». Все желающие смогли принять участие в обсуждении инициативы возврата здания на Осипенко в систему дошкольного образования. При этом студии, кружки и секции центра продолжат работать на базе клубов и общеобразовательных школ, где есть спортивные и актовые залы, условия для проведения фестивалей, соревнований и конкурсов. А старое здание снова смогут занять дошкольники, для которых оно и было предназначено изначально. Все решения по поводу здания детского сада, где сейчас размещается центр «Поиск», будут приняты с учетом мнения родительской общественности. С такого заявления началось собрание, которое в формате видеоконференции провел городской департамент образования, вопреки фейковым публикациям о том, что все уже решено. Задача не только вернуть здание в систему дошкольного образования, но и улучшить условия для образования дополнительного. На данное число и час никаких решений не принято. Ни одного нормативного правового акта не разработано и не подписано. Сейчас идет только обсуждение инициативы. Мы обязательно сегодня выслушаем все ваши мнения. И вместе, только вместе мы найдем компромисс. И только найдя компромисс, мы примем управленческие решения. Подчеркну, что мы прислушаемся к вам. И я хочу услышать каждого родителя. Детский сад был закрыт в 1994 году, в период демографической ямы и тотального недофинансирования. Сегодня ситуация с точностью до наоборот. Двухтысячная очередь в дошкольные учреждения в этом районе – серьезная проблема для многих семей. Одним только строительством новых садов дело не решить. Нужно максимально использовать те возможности, что уже есть. Но дополнительное образование от этого никак не пострадает. Многие секции и студии центра «Поиск» и так работают на базе школ, где и условия лучше, и есть материально-техническая база. Больше половины коллектива детей «Центр «Поиск» занимается на базе школ. И родители очень довольны, потому что в школах действительно созданы очень хорошие условия для работы этих коллективов. Для наших коллективов будут созданы лучшие условия, улучшится материально-техническая база. Это и концерты, когда есть огромный концертный зал, это и спортивные соревнования, это и конкурсы, и выставки. То есть все, чему ребенок научится на занятиях, в школах это можно реализовать и показать другим детям. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Мой ребенок занимается в театре «Эстрада Блондинка». Учимся мы в школе номер 16. И на самом деле лично мне было бы очень удобно, если бы мой ребенок занимался в школе. Во время родительского собрания звучали разные мнения. Педагоги, которые реализуют программы дополнительного образования, считают, что старое здание не приспособлено. В школах проводить занятия будет удобнее. Работа коллектива продолжится в том же формате. Дети будут заниматься в удобное расписание для каждого. Мы каждого выслушаем. Что же касается нового адреса проведения занятий, для каждого ребенка будет выбран оптимальный маршрут посещения секций, если потребуется, в индивидуальном порядке. Сегодня вся общеобразовательная система школы и в шаговой доступности 29-я, и 16-я, и иные, да, предоставили полноценные условия. Вот я уже знаю отклик, со многими общался с педагогами. Сохраняется сам центр с его ядро управления, методическое, так сказать, управление. И 240 мест детского сада, да, так сказать, которые сохранены не при планированном помещении, вот, дадут возможность людям отдать ребенка в сад, в том числе в ясельные группы, также, чтобы дети полноценно развивались. Сегодня центр «Поиск» уже работает на базе 15 образовательных площадок. Дальнейшее развитие его в таком формате позволит привлечь в систему дополнительного образования сотни других ребят за счет расширения внеклассной работы в школах. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин ушел в отставку. Об этом сообщили представители ведомства. Дмитрий Шляхтин завершил работу в должности министра спорта Самарской области в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель министра Андрей Харин. Имя нового руководителя министерства станет известно позднее. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 220 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 19 948. Тем временем более 700 коек для долечивания пациентов с коронавирусом откроют в санаториях региона. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров. 120 из них подготовили в санатории «Волга». Первые пациенты уже получают лечение. Какие процедуры потребуются людям для восстановления и сколько времени займет реабилитация, узнала Лариса Шлафаст. Да, палаты двухместные, селим двоих сразу же. В санатории «Волга» готовы принимать тех, кто переболел коронавирусом на долечивание. Первые 23 человека уже начали курс реабилитации. Алексей Репин заболел 2 недели назад. После интенсивного лечения ему необходим курс восстанавливающих процедур. Стала спарить температура, сделали мне флюорографию, и флюорография показала пневмонию. Вот. И меня сразу направили в 6-ю больницу, и там стали ударно лечить. И вот я поступил сюда, тут замечательные отношения, встретили по-семейному, все проверили, все записали. Будем надеяться, что нам полечат, и все процедуры пойдут в пользу. Курс реабилитации рассчитан на 2 недели и проводится комплексно. Пациенты проходят физиопроцедуры, занимаются лечебной физкультурой, посещают психолога. Нынешние заболевания очень резко снижают и активность, и дыхательные функции. Соответственно, наша задача здесь, чтобы качество жизни пациентов намного улучшалось после пребывания их в стационарах, после тяжелых болезней, после реанимаций. Дополнительные места для долечивания пациентов открывают по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В санатории «Волга» подготовили 120 коек. Клинический филиал санатория «Волга» укомплектован всем необходимым современным оборудованием, медикаментами, лекарственными препаратами, а также высококвалифицированным кадром персоналом, врачами, кандидатами наук, медицинским персоналом. Для долечивания пациентов с коронавирусом в санаториях региона в ближайшее время планируется развернуть более 700 коек. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События. Ковид-госпиталь снова открылся в терапевтическом корпусе клиник СамГМУ. За счет региона палаты оснастили кислородом. Напомним, весной там уже принимали пациентов, больных коронавирусом. Сейчас ситуация снова потребовала увеличения мест для лечения больных. Подробности в нашем сюжете. Клиники СамГМУ – учреждение федеральное, поэтому решение о размещении там людей, больных коронавирусом, было принято в Москве. Губернатор Дмитрий Азаров написал письмо в правительство России и обсудил ситуацию с главой Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. В итоге к 100 койкам, которые уже месяц работали в инфекционном отделении клиник СамГМУ, добавились еще 200 в терапевтическом корпусе, который не был оснащен кислородом. Ситуацию исправили, кислород в палаты провели на средства областного бюджета. Но так как ситуация сложная, то Самарский Минздрав и областное правительство обратились к Федеральному министерству здравоохранения с запросом увеличить количество коек на базе клиник. И с этой недели мы ввели дополнительно еще 200 коек на базе нашего терапевтического корпуса. Кроме того, в клиниках СамГМУ была проведена огромная работа по набору новых кадров на должности врачей-специалистов, медсестер и санитаров. Персонал прошел тренинги по организации работы, по правильному использованию средств индивидуальной защиты. Также изучили вопросы маршрутизации пациентов и принципы лечения больных коронавирусом. Виктория Шара, события. Безопасность на высоте. Колесо обозрения в парке Гагарина пользуется популярностью посетителей круглый год. Чтобы снизить риски заболевания новой коронавирусной инфекцией, кабины, турникеты и прочие поверхности аттракциона дезинфицируют несколько раз в день. Как проходит обработка, увидела Светлана Кудрявцева. Прокатиться на колесе обозрения в парке Гагарина можно как в будни, так и в выходные. Интерес посетителей к этому аттракциону не спадает, а значит и санитарная обработка в усиленном режиме. Хлорсодержащий раствор после каждого круга наносят на все поверхности, к которым прикасаются люди. Это турникеты, столики, ручки. Несколько раз в день проводят и капитальную дезинфекцию.
В будние и выходные дни разный режим работы аттракционов. В будние дни он открывается в 13.00, работает до 22 с одним перерывом. Соответственно, санитарная обработка проходит 3 раза в день. В момент открытия аттракциона, в перерыв и по завершению работы. В выходные дни у нас аттракцион работает с 10 до 22. Соответственно, в течение дня 2 больших перерыва и на 1 большую капитальную уборку у нас проходит больше. Сами посетители должны соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности. Всем желающим прокатиться для начала измеряют температуру. Предоставляют маску, если нет своей, и только после этого можно отправляться в путь. По новым санитарным требованиям в кабине должно находиться не больше 2 человек, но в этом тоже есть свои плюсы. Никто не помешает сделать селфи на высоте. Сергей Юртаев живет недалеко от парка и регулярно выходит на прогулку. Летом уже катался на колесе обозрения. Теперь планирует посетить аттракцион и зимой. Скорее всего, вот сейчас морозы пройдут. Мы, наверное, с семьей придем и еще раз попробуем прокатиться, может, даже вечером. С точки зрения безопасности из-за коронавирусной инфекции не переживаете? Да, я думаю, здесь в этом плане все безопасно. За безопасностью и соблюдением всех требований Роспотребнадзора в городе продолжают следить, несмотря на изменившиеся погодные условия. По-прежнему не останавливается работа на тех объектах, в которых тепло. Таким относится часть аттракционов, например, в парке Гагарина «Колесо обозрения». Также проводятся работы на закрытых общественных территориях. Это общественные туалеты, на набережные, в парках, скверах, которые существуют. Также там ежедневно ведутся работы по санитарной обработке дезинфицирующим раствором поверхности. Проводить санобработку отапливаемых объектов посещения будут до тех пор, пока в городе не улучшится эпидобстановка и не снимут все ограничительные меры. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Очереди в МФЦ можно избежать. Многофункциональные центры во время пандемии продолжают работать без изменений. Прием граждан ведется в привычном режиме, не считая превентивных мер, введенных по рекомендации Роспотребнадзора. Самый загруженный центр – тот, что на Московском шоссе, признаются работники, но и это можно исправить, как узнала Гульфия Сафина. Это центральное отделение многофункционального центра в Самаре на Московском шоссе. Большинство самарцев, чтобы оформить документы или получить справку, обращаются именно сюда. Как следствие, здесь образуются очереди, хотя в условиях пандемии скопление людей нежелательно. Специалисты центра рекомендуют самарцам, прежде чем выйти из дома, уточнить в интернете загруженность филиалов и за услугой обращаться туда, где нет очереди. Ситуация все-таки сложная с ковидом. И прежде чем пойти, вы открываете наш сайт mfc-samara.ru. В правом верхнем углу там есть кнопочка «Информация о загруженности». Вы открываете и четко видите, в каком отделении меньше время ожидания. По старой памяти все идут в центральный офис. Здесь создается напряженная обстановка, потому что много людей. Даже в период пандемии отделы МФЦ работают в прежнем режиме. Записаться на прием можно онлайн. Порядок живой очереди тоже не отменяли. Чтобы сберечь здоровье жителей, в помещении не допускаются посетители без масок. Кругом нанесена разметка соцдистанции. Между специалистом и клиентом установлен прозрачный защитный щит. Воздух очищают рециркуляторы. Пришел прописаться, по электронно записался. Скученности, ну... Местами люди есть, но вроде как бы разрозненно сидят. Ну, я пришел по личному вопросу, не опасаясь о здоровье, ничем, соблюдая про дистанцию, моешь руки и не контактируешь, я думаю, все нормально будет. И все же, чтобы не искушать судьбу, специалисты МФЦ рекомендуют по возможности избегать личного приема у специалиста. Многие услуги можно получить онлайн. Например, такие как прописка и выписка, подача заявлений на получение паспорта, заказ выписки из ЕГРН. Все это и многое другое можно оформить на сайтах профильных ведомств. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. В Самаре прошел рейд по магазинам, в которых продают пенные напитки. Общественники провели контрольную закупку в одной из торговых точек вместе с несовершеннолетней активисткой. Об итогах ревизии расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Не продавать алкоголь подросткам – это не только норма, прописанная в законе, но и строгое моральное табу. В Самаре прошел рейд по магазинам, в которых торгуют пенными напитками. Общественники сделали контрольную закупку в одном из заведений на Ставропольской. Сотрудница магазина не стала спрашивать документы у несовершеннолетней, взяла у девочки деньги в обмен на алкоголь. Когда на пороге появились полицейские ревизоры, директор и продавщица торговой точки заняли оборонительную позицию. Ну, вообще при мне это все дело было. Да. То есть продали молодому человеку, да. Мне продавец отказал, сказал, я ваш паспорт не видела, я вам пиво не даю. У нас есть видео. То есть вы закрываете. Все снималось на видео, абсолютно.
Выдуманная на ходу история никак не сходилась с картинкой на экране мобильного телефона. Она передает на кассу. Кассир тут же забирает эти денежные средства. Я присутствовал, то есть я продавцу повторно сказал. То есть тут вина продавца понятна. То есть я просто говорю, ты кому пиво продавал? Сказал мужчине. Все, то есть вот у меня вопросов не возникло. За продажу алкоголя несовершеннолетний в отношении нарушителей составили административный протокол. У нас несовершеннолетний человек закупил алкоголь, ему продали один раз. Мы сначала подумали, может быть, случайность, давайте на всякий случай проверим. Второй раз она пошла и также закупилась алкоголем. Подобные рейды в Самаре проходят регулярно. К ним привлекают представители городских и региональных общественных организаций. Давно сотрудничаем с Русконтролем, с представителями Русконтроля. И надеемся, что в дальнейшем также будем плотно с ними сотрудничать. В ближайшее время в Самаре проведут еще несколько рейдов в алкогольных и продуктовых магазинах. Нарушителей будут привлекать к ответственности и наказывать рублем. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Самарская область привлекает инвесторов благодаря индустриальным паркам. В следующем году будут строить еще один в границах поселения Лопатино. А на развитие транспортной инфраструктуры регион получит 11 миллиардов рублей. Подробности в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Самарская область получит 11 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в следующем году. В этом в регионе отремонтировали более 300 километров дорог на 124 объектах, уложили 2,5 миллиона квадратных метров асфальта. Изначально на ремонт и строительство транспортной инфраструктуры предусмотрели 7 миллиардов рублей, но в итоге финансирование увеличили, и оно составило 10 миллиардов. Дополнительные средства выделили на строительство нового моста через реку Сок, на Фрунзенский мост и на реконструкцию трассы Тольятти-Ягодная. По итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров. Регион продолжает привлекать инвестиции. Один из инструментов – возведение индустриальных парков. Например, на площадке Преображенка сейчас размещаются 39 компаний. Там работает более 4,5 тысяч человек. Инвестировано свыше 6,5 миллиардов рублей. В следующем году, по словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, начнут осваивать прилегающую территорию для создания еще одного индустриального парка в границах поселения Лопатино. Разместить свои производства – или логистические центры. В индустриальных парках могут как российские, так и зарубежные компании. Инвесторам здесь предоставляют налоговые преференции, подведенную инфраструктуру и административную поддержку на всех этапах реализации проектов. Официальный курс доллара на 21 ноября – 76 рублей и 1 копейка. Американская валюта потеряла 25 копеек. Евро – 90 рублей и 26 копеек. Европейская валюта понизилась на 8 копеек. Нефть марки Brent стоит 44 доллара 58 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Самарский паралимпиец стал кандидатом в мастера спорта. Для этого Сергею Новикову потребовалось меньше года. На сноуборд впервые он встал в январе. Какие теперь задачи ставит перед собой паралимпиец и о каких победах мечтает в нашем сюжете? В 15 лет Сергей Новиков потерял ногу после страшной болезни. С тех пор и не мечтал, что когда-нибудь встанет на сноуборд. И уж тем более, что станет кандидатом в мастера спорта. Все изменилось год назад, когда Сергею внезапно позвонил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев. Он мечтал создать самарскую команду из людей с ограниченными возможностями здоровья и изменить их жизнь. Многие заинтересовались и стали заниматься сноубордом, но Сергей оказался самым настойчивым. Вместе с тренером Татьяной Шевыревой он сразу стал готовиться к соревнованиям. Была поставлена цель победить на Кубке России, и это удалось. Сергей занял второе место. Ты можешь больше, чем ты думаешь. Это очень интересно было, и оказалось, что... Или какие-то у меня физические возможности, или, может быть, из-за того, что я хожу на протезе, очень хорошо развито равновесие, чувство равновесия. Может быть, эти моменты и помогли именно в сноуборде. После успеха на Кубке России тренировки продолжились. Сергей Новиков атаковал горнолыжные склоны по 3 раза в неделю. Сейчас спортсмен планирует снова вернуться к занятиям. В декабре пройдет чемпионат страны. Затем, если позволит ситуация с ковид-ограничениями, состоятся чемпионаты Европы и мира, а там и до Паралимпиады рукой подать. Сергей Новиков готов защищать честь региона и страны на международных турнирах.
У людей обалденная мотивация. За весь опыт работы я не встречала людей более замотивированных, которые хотят научиться кататься, кайфовать от сноуборда и делать такие успехи. Мы сами своим глазам не поверили, насколько быстрый прогресс и насколько, вот знаете, вот этот огонек в глазах. То есть они заряжали нас, мы заряжали их, и у нас получался просто такой бомбический тандем, который семимильными шагами вел нас туда, куда мы пришли. С получением звания кандидата в мастера спорта жизнь спортсмена улучшилась. Областной Минспорт оказывает всестороннюю поддержку сноубордисту. Сергей Новиков будет получать ежемесячную стипендию губернатора. Ему будут оплачивать поездки на соревнования и аренду горнолыжных трасс в регионе. Это инициатива тренера, человека, горевшего этой идеей, но мы как Министерство спорта ее поддержали. Надеюсь, наш вот тандем в этой части оказался очень удачным. Чтобы стать чемпионом и попасть в основной состав сборной страны, самарскому самородку нужен специальный спортивный протез для катания на сноуборде. Он стоит 1 000 000 рублей. Таких денег у спортсмена нет. Поэтому пока Сергей Новиков штурмует горнолыжные склоны на обычной железной ноге, подняться на вершину пьедестала почета ему будет сложновато. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. 21 ноября во всем мире отмечают Международный день телевидения. Дату учредили в 1996 году на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Этот день в календаре для телеканала «Самара ГИС» особенный. Ежедневно в нашем эфире все главные новости Самары. Экономика, политика, ЖКХ, медицина, культура и спорт. Недавно мы отметили свой день рождения масштабной перезагрузкой. Расширили возможности, сохранив лучшее. О новых вершинах, горизонтах, о том, как живет первый городской канал в преддверии праздника. Репортаж Ольги Павловой. Когда город только просыпается, журналисты телеканала «Самара ГИС» уже при деле. Приехать на работу в 7 утра даже романтично, рассуждает корреспондент Елена Малютина. Коль, привет! Сама привет! Камера, штатив, микрофон, журналист, оператор и водитель. В привычном составе коллектива неизменный атрибут с логотипом телеканала. Удобно, стильно, безопасно. У каждой маски своя рука и свой хозяин. Одинаковы только ситуации, в которые мы неизбежно попадаем в офисе и на съемках. В это утро по главной дорожке шел веселый и рыжий парень в желтовато-зеленой ковбойке, а за парнем шагала лошадь. И даже если что-то не получается с первого раза, не унываем. Не знаю, как правильно. Мы можем включиться в жизнь города из любой точки мира, узнать актуальные новости, организовать интервью без слов. О самых главных событиях в жизни областного центра самарцы мгновенно узнают из соцсетей. Мы успешно интегрировались в интернет. ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм и Твиттер. Чтобы оперативно разместить информацию, набираем текст сходу на морозе. Общее дело превыше всего. Работать приходится в разных условиях, но главное, чтобы тема была интересна. Тогда появляется некий такой внутренний огонь, который тебя греет, и тебе становится тепло в любое время года. Новых высот достиг и YouTube-канал «Самара ГИС». 33 тысячи подписчиков. Новости и программы собрали рекордное количество просмотров – более 25 миллионов. Официальный сайт стал одним из лидеров по числу посещений. Ежемесячно его читают свыше 50 тысяч человек. Прямые включения мы ведем из любой точки города. Прямо сейчас мы находимся на Московском шоссе. А иногда и вовсе рискуем жизнью ради одного кадра. Когда вы выбрались, не спешите вставать на ноги. Нужно перекатываться еще несколько метров по своим следам. Наша работа, конечно, предполагает определенные риски. Просто всегда нужно вовремя включать голову, мыслить трезво и не подставлять ни себя, ни товарищей, ни руководство. Безопасность на первом месте. Профессия тележурналиста, она не так проста, как может показаться. Это даже больше, чем профессия, это скорее образ жизни. Когда ты утром снимаешь уборку города, днем ты на стройке, вечером на какой-то интересной выставке. Это непросто, но вместе с тем очень интересно. Телеканал «Самара ГИС» уже четвертая телекомпания, на которой я работаю. Везде встречались, конечно, и хорошие люди, и профессионалы, но такого количества хороших людей и профессионалов, как на «Самара ГИС», на 1 квадратный метр больше я не встречала нигде. Душевные, открытые, любящие свою профессию. Поэтому как не любить таких замечательных людей? Всю красоту Самары мы можем увидеть и показать с высоты птичьего полета. Наши корреспонденты в любое время дня и ночи работают в гуще событий, чтобы вы всегда были в курсе самых важных новостей. В Международный день телевидения мы остаемся с вами и работаем для вас. Дорогие телезрители, мы вас очень любим и надеемся на взаимность. Ольга Павлова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События!
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.